Следственный комитет Якутии возбудил уголовное дело по факту отравления детей в Мирном. По данным следствия, накануне вечером в реанимационное отделение Мирнинской ЦРБ доставили троих малолетних детей. Врачи установили, что они пострадали в результате медикаментозного отравления. Сейчас детей доставили в Якутск. Их состояние расценивается как крайне тяжелое. Вместе с тем пострадавшие являлись воспитанниками группы по присмотру за детьми, которую организовала 20-летняя жительница Мирного в своей квартире. Следствие должно установить обстоятельства произошедшего и проверить наличие оснований для оказания услуг по присмотру за детьми. Дети поступили вчера в центральную районную больницу города Мирного с диагнозом отравления неясной этиологии. Они сразу были приняты в реанимационное отделение. Информация поступила к нам в Якутск. И в ночью была организована санитарная авиация. Ночью дети были вывезены в город Якутск, в педиатрический центр национального центра. Находились в реанимации. На сегодняшний день две девочки уже самочувствие у них достаточно стабильное. Мальчик, который поступил в состояние комы и был переведен на искусственную вентиляцию легких. Снят с искусственной вентиляции легких, пока сознание у него нестабильное, но динамика у него положительная.